Читалась эта передача, но Майона опять тут как тут и закрывает синюю линию. Срывается бросок у Микса Индрашица. Слишком неточно. А теперь это уже контратака Череповчан. Момент! И шайба в воротах. Вот так вот бывает. Денис Викарев. Денис Викарев выводит свою команду вперед. Ну что ж, старый мистер, не забиваешь ты, забивают тебе. Да, интересно получилось. Денис Викарев отсидел за Владислава Покупольского. Ну, видимо, передохнуть тоже дело не лишнее. И в конце концов организовалась контратака череповчанами. Вышли два форварда. Викарев бросил. И в итоге добился успеха. Вот давайте еще раз посмотрим. Да, Викарев тут оказался. Слева, правда, от него тоже партнер, по-моему, накатывался. Нет, это был арбитр, пардон. Приношу извинения. Ну, тут да, тут рядышком Кадола еще находился.